Всем привет! У нас время сейчас без 10:07. Сегодня Алия встала у нас очень рано, в 5 утра. Но раз так рано встали, мы сегодня пойдем впервые встречать рассвет. Солнышко скоро будет вставать, но оно встает нам на том конце, поэтому нам нужно будет выйти на океан. С Алией он наряжается. У нас Алия готова, пойдем. Кольцо. О, кольцо у него, пойдем. Я там буду копать. О, наш рассвет. Пойдем. Еще спит, его не видно. Солнышко устало. Али выгоняет воробушек, да? Местных птичек. У нас уже в 10 утра, мы сегодня встретили с Оливией рассвет. Да что, привет, привет, мы с тобой уже сегодня встретили рассвет. Время 10 утра, и мы едем в 10 утра на пикник. У нас утренний пикник. Мы уже как старперы. Почему старперы? Нет, а все же сегодня, кстати, воскресенье, кстати, все же раньше, вы вспомните прошлую Россию, все же утром выходили, то есть по субботам, по воскресеньям куда-то быстрее все выезжали за город. Там шашлыки пожарили, ну, то же самое. То есть мы то же самое сегодня, воскресенье, выходной, 10 утра. Сейчас даже без 10:10 мы идем сразу же на пикник. Это парк с енотами. Здесь вот есть новая детская площадка. Там енотики. Мясо жарится. 200 градусов. Мясо сейчас нельзя здесь грилем, точнее, пользоваться. Нам уже подъезжали, сделали замечание. Но мы втихаря его вот спрятали. Ну, жирная какая-то. Она не может быть жирной. Смотрите, а это американская полторушка. Только не пиво, а кофе. Starbucks. Прикольно. Здесь сделали еще медовик домашний, ребята. А смотри, какой кофе. Прикольно. Кофе со Старбакса, пожалуйста. Это, короче, да, это для большой компании. Ничего себе. Вам его сюда наливают, дают одноразовые стаканчики, салфетки, дают отдельно молоко, если кому-то нужно. То есть для компании очень удобно, очень прикольно. Не надо каждому отдельно брать стаканы. Вот, К нам пришел енотик. Алива, дай ему. Ну, кинь ему. О! Стаканчик. Ты куда? Стаканчик. Целый стакан корма. Оливия подарила енотику. Одному. Я вообще для всех принесла. Ну. Закончился. Время 5 часов вечера. Мы с 10 до 5. Это вообще капец. Ленечка, как это так? Да, ну было классно. Ну а что? Очень душевно. Я люблю, когда пикники не на огромное количество. Ух ты, смотри, как я прям загорела по пляжу. Это по лямкам. Я люблю, когда пикники не огромное количество людей, там 60-80 человек. Это просто, ну это невозможно общаться. Это прям, ну никак. А когда небольшая компания людей, ты можешь общаться со всеми, ты со всеми пересекаешься, со всеми ведешь беседу, диалог, узнаешь о людей, с ними знакомишься, и ну, это круто, мне это нравится намного-намного больше. Вот, поэтому на такие пикники мне намного приятнее ходить и с этими людьми поддерживать связь, потому что я реально со многими переписываюсь. Алива у нас чумазая вообще. Да. Ее сейчас надо брать и купать. Классные пикники, вот именно еще для детей, потому что вот все приходят с такими же примерно детьми, как Оливия, там 3-5 лет. То есть вот круто.
сегодня воскресенье, дети просто все отлично побегали, побесили. Сейчас Оливия сразу же спать ляжет, потому что она с 10 утра вот до 5 бегала. А с тем учетом, что она еще сегодня встала в 5 утра? Да. Это, конечно, мощно. Кстати, она не спала с 5 утра, не спит, кстати. Прикиньте. Сейчас Оливия будет нас храпеть, наверное. Не, надо дождаться немножко. Мы не дождемся, это нереально, она с 5 утра реально встала. Олива, сейчас купаться пойдем? Надо будет искупаться. Сегодня у енотов просто праздник. Мы взяли корм для собак, и все ходили, кормили этих бедных енотов. Почему бедных? Потому что мы сейчас проезжали то место, где мы кормили с детьми, а дети туда просто взяли и две вот такие чашки высыпали корма нам на перекрестке налево. Сейчас, Оливушка, высыпали вот такие чашки корма. И мы проезжаем, еноты до сих пор, это уже, наверное, сколько прошло, часа два, сидят там и едят этот корм, собирают. Я говорю, как они еще не лопнули, потому что, ну, это большие чашки корма, он же маленький. Вот, так что еноты сегодня будут просто мега сытые. А вечером после нашей прогулки мы пришли, стоим в очередь. Пришли в цирк Шапито. Цирк называется Лена. Антон, ты знал, что у меня есть цирк? Да, я подозревал. Подозревал, да? На него мы и живем. По расчету я женился. Вот с выступлений, видите, народ к нам идет, и я пришла на проверку, как тут все устроено. Вон Оливия решила себе вот такого единорога сделать. Довольна? Ох ты, какой у меня красивый единорожка получается. Понравилось? Скажи спасибо, скажи thank you. Thanks. Покажись мне. Олива, ну-ка покажи. Ой, какая ты красивая единорожка. Без попкорна и сахарной ваты у нас не обходится вообще. Сахарная вата впервые. Ну ладно, хорошо. Цирк на самом деле небольшой. Такой вот маленький. Еще и в связи с ковидом меньше народу. Ну вот, будем смотреть. Олива, как сахарная вата? Вкусно? Розовая. Да. Ты довольная, да? Выходные удались, да, Олива? Ходили мы на цирк, но по мне цирк так это, наверное, на 3 с минусом. Конечно, очень слабо. Даже вот в нашем Магнитогорске, я говорю, Ленчик, вот к нам приезжал Демидов шоу. Да. Мы там все визжали. Говорю, приехал бы он сюда, то тоже бы все визжали. Но это, блин... Нет, Антон. Я не сравниваю же с Олей, я сравниваю просто с Демидов шоу. Пришел в город Магнитогорск, вот там шоу так шоу. А это, самое главное, я не знаю. Оливия понравилась, она кайфанула. Олива, ты где у меня? Оливия понравилась, потому что она сейчас занимается гимнастикой, и там очень много было акробатики, гимнастов, то есть для нее такое, она такая, как это? Я говорю, умеешь так делать? Она говорит, еще нет. Вот будешь учиться, да, Олива? Будешь учиться? Всем привет. Сегодня в Америке Пасха. Мы приехали на ярмарку. Сейчас стоим в очередь. Очередь здоровая, чтобы у них традиция искать яйца. С Оливией будет яйца искать. И затем дети собирают вот такие яйца, которые спрятал зайчик. Вон Оливия уже собирает. Ходит. Ох ты, сколько у тебя! И у папы там целые пакетики. Вообще сказали, пап, 3 яйца на ребенка. Что, реально? Да. Столько много. Ну это нечестно. Здесь вот маленькие зайчики. Девчонки вон гладят уже. Такие крошки. Посмотрите, какой он масенький. Какой классный. А Олива все в погоне за яйцами. Олива, уже успокойся. Сейчас мы едем на тракторе. Да, прокатимся. На пони у нас не получилось прокатиться. Лена оделась для трактора.
Ну, ты как-то шикарно для трактора оделась. Это моя спортивная форма в тренажерный зал. Так. Сейчас уже ты давай на гаре там. Давай, давай. Ой, тут кукурузные девочки. Ой. О, ничего себе. Привет. С нами курица поедет. Она хочет кукурузу отнять у тебя. Ой. Покорми, покорми. Она залетела прям сюда? Да. Да, реально? Прям прыгнула, прикинь. Увидела кукурузу и взлетела. Еще, походу, пошел. У меня кукурузу. Да ладно. Как тебе ленчина на тракторе? Прикольно. Садись сюда, сюда. Курочка тут к нам пришла. На славу. Захотела покушать кукурузу. Мы едем катаемся. Это как микрофон. Что вы хотите сказать по поводу этой фермы? Селись. Так, что нам билеты требуют? Мы сидим на сене, кстати. Хорошо упакованном. Антон, билеты. Нам тут дали кукурузу. Здорово, свежая кукуруза. Нам красивая. Кору на вкус. Пробовать? Ну попробуй. Соль есть, захватил. Это сахар олива. Ну и как? Прикольная? Прикольная. Слушай, точно целый букет. Красота вообще. Требует. Посмотри, какая корова. На, корова. Ай, ты что меня языком своим? Олива, давай бананом корми ее. Капуста, короче, не хрустит. Поближе. О! На еще. Вон еще банан, давай. Вот, давай, вот этой коровке, давай. Ну, коровке или барашку. О, молодец. Так. Вон, барашку дай. Барашку? Курочка. Банан. Держи, укорми корову. Покорми, вон, возьми банан. Туда. Мы пришли на мероприятие, посвященное Пасхе. Сегодня будет шоу. О, там олива была. Это всего лишь сказки, реальная жизнь совершенно другая. Ребят, познакомьтесь, это Чеширский кот. Кот, познакомься, это наши друзья. А я решил поиграть в футбол. Сейчас приехал на поле. Время 7:30. 7:30. Уже закат. Здесь какие-то индусы играют. Но там, походу, будет наш. Подальше. Так, это вот наши.